Hey, всем доброе утро! Доброе утро в 6 часу дня, 1 января. Мы очнулись и пошли хотя бы прогуляться до елки. Идем. Дочь спит. А мы идем. Все знают, что у меня есть дочь. Прекрасная дочь, которая уже скоро 8 месяцев, мы уже совсем большие, поэтому вот такие вот мы большие. Темнеет, не знаю, видать, что не видать. Я все огонечки даже на GoPro отключил. Идем, и ветер, но сегодня ветер вообще тише намного. Но вчера был огромнейший ветер, и вчера очень сильно мело, и это было 31 декабря. Вот, Новый год прошел, всех с Новым годом. Отметили, поздравили. Отмечали мы вчетвером. Или в пятером, или в шестером. В сколькером. Я, Лена, дочь, еще бабушка Ленина и друзья наши. А Ленина родители в это время приземлялись над Екатеринбургом. Прям в 00. Они были где-то над взлетной полосой Кольцова и смотрели весь фейерверк, все фейерверки. Окна самолета. С иллюминатор. Земля в иллюминаторе. С иллюминатора самолета. Достаточно весело, наверное, приземляться в 00. Но я б так не захотел. Я б лучше по стариночке в 12.00 послушать нашего дорогого президента. Мы вчера его пропустили. Пропустили мы вчера нашего президента дорогого. И выпить шампанского. Вчера мы вообще такие вообще молодцы. Мы, короче, решили, сначала у нас дочь легла спать, потом к нам приехали гости, и мы пошли в другую комнату, в другую часть дома, чтобы дочь не будить. Там стоит спутниковая антенна, то есть обычного телевидения нет, стоит спутниковая антенна, а где все программы идут только плюс 2. Искали, нет нигде нашего свердловского времени. Ладно, нашел в интернете трансляцию Первого канала. Смотрим телевизор. Раз на часы. Время без 3:12. А Путина все нету. С легким паром идет. И мы, короче, бегом в ту комнату побежали, где нормально телевизор стоит. Быстрее включаем шампанское, желание, бокалы. И буквально последний конец послушали поздравления. И пошли снова в ту комнату. Ну а потом там по ноутбуку онлайн досмотрели с легким паром и снова посмотрели поздравления Путина, только уже по Москве. Вот такие вот мы. Да, мы по московскому времени вчера жили. Такие вот мы неудачники вчера были. Ну ничего, отоспались, встали. Вернее, мы легли в 5:00, в 9:00 проснулась дочь. Вот такие вот, и сегодня целый день такой, ходишь кумарный. Но сейчас решили дойти до елки, до Невьянской, и сравнить, насколько она хуже той елки или лучше той елки, что у нас в Туринске. В Туринске просто ужасная фотка. Я даже ее не снял. Ой, ужасная фотка. Ужасная елка. Я почему сказал фотка, потому что это. Вот здесь фотка будет сейчас туринской елки. Вообще там жесть, короче, елка беспонтовая. Она, во-первых, кривая, без макушки. Украсили ее только числа 28-го. Открыли, наверное. Короче, вообще полный бред. Вот, пойдем сюда, будем сравнивать, какая елка здесь. Город Невьянск особо не предназначен для того, чтобы ходить с коляской, гулять. Особенно вот такие вот всякие штуки, где хрен проедешь, коляску провезешь. Это, во-первых, узко, во-вторых, ни хрена не чищено, пришлось на руках коляску протаскивать. И таких штук очень-очень много. Мы тут 29 числа, 30 ходили в Магнит. Там, короче, пандус очень по-дебильному сделан вдоль здания, и все снегом засыпано, пришлось, короче, затаскивать руками коляску в Магнит. Мы ее высказали, почему, типа, вы не чистите пандус. Они такие, только что снег с крыши скинули, сейчас будем чистить. Вчера 31-го, на следующий день, то бишь я был,
почистили пандус. Смотрите фотографию, как они почистили пандус. Очень коряво, и они его не дочистили. То есть смысл в том, что его почистили, особо большого-то и нету. Здесь, кстати, напротив Вечного Огня, Невьянская наклонная башня и собор. Ну, здесь герой Советского Союза, Гамзин Виктор Владимирович, 1845 года. 45-е годы — это что-то уж совсем самый конец. Самый-самый-самый конец войны, наверное, где-то. И Вечный Огонь. Вокруг него снег подтаявший, потому что все-таки тепло-то где есть. И вот там большая-большая доска, где выбиты имена, наверное, всех погибших. Как-то в каждом городе, надеюсь, есть. А это что за тумба? А вот тумбочки какие-то с чем-то. С чем это тумбочки? С землей. Город-герой Москва. Здесь город-герой Ленинград. Это типа из каждого города земля. Ну, наверное, я не силен в этой. А вот эти вот большие. Здесь что? Герои Советского Союза, Арапов Алексей и еще что-то тут. Льдом все занесло. И снег. Снег просто очень-очень большой падает. Прям хлопьями большим. Я уже задолбался его очищать. Тут на днях только снега очистил. 9 это... мая тут мальчик с девочкой стоят. Да? У каждой тумбочки? Да. Ого, у нас такого нету. Еще у меня классные варежки. Такие мне мама нынче подогнала на Новый год, просто вообще так-то прикольно. Они очень-очень мягкие и очень теплые. И подходим к елке Невьянской. Этим, как их? Пограничникам. Пограничник. Погранцы. Всем погранцам с праздником 28 мая. К елке подходим, музыка играет. Придется наложить другую музыку, чтобы это... И главное, чтобы Евгеньевна не проснулась. Сейчас посмотрим крутость Невьянской елки. Ну вот и Невьянская елка. У-ху! У нее, блин, надо ее смотреть в светлое время суток, потому что она это достаточно тоже неровно. Подождите, я сейчас снесу. Снесет малышня. Смотри, она, видишь, здесь смотри торчит, здесь нету, здесь лысо, там дальше торчит, тут вот тоже все короче. Да, ты мне в прошлом году говорил, вот эти все игрушки это делают дети, и их вешают, короче, сюда. Здесь хотя бы гирлянда одна симметричная, и она играет в одном. Все гирлянды одновременно играют, а у нас отдельно пустили, вот так бросили, и каждая по очереди, короче, играет, хер пойми, разбери чё. Но вот эта загроможденность из игрушек детских мне тоже не нравится. Тут и половина тут, типа, этих бобов, короче. Или каких-то просто квадраты висят, самое простое это сделать квадрат. Но вот там вот движется спанч боба, вот там спанч боб. Несколько спанч бобов, короче, висит. И на общее количество, наверное, если всех игрушек посчитать, процентом соотношения, количество спанч бобов будет наверняка больше, чем всех игрушек. Но пойдем посмотрим, что за городок здесь. Елка, там петух светится. Или белка. Белка светится, Дед Мороз со Снегуркой. Здесь, по крайней мере, вот это вырезали фигурно, не так, как у нас сделали. Качели, на качелях вообще самый смак кататься, еще осталось это, и языком качелям прилипнуть, и все будет норм. Здесь, вот здесь петух. Здесь петух. Горка, смотри, какая горка. Пошли ты горки. Да. Пошли ты горки. Вот Дед Мороз и Снегурка. Смотри, она какая длинная, она с поворотом. Горка с поворотом. Прикольно. Давай садись, катись. Потом, когда Евгеньевна вырастет,
мы тоже будем кататься с ней с горки, да? А в следующем году уже можно будет кататься с горки? Потому что в следующем году будет 1,7 месяца, поэтому с горки стопудово можно кататься. И подожди. Подожди, стой. Я что, это Дед Мороз со Снегуркой? Елка, петух, там белка, вот белка. Вот белка, горка, горка, там чаша, и все. И там чуть-чуть. Площадь большая, а судя концу конструкции, как бы не очень много. То есть на такой площади можно было намного больше делать конструкций. Вот в Йоборге тоже площадь, в принципе, небольшая, а там всего куча, короче. А вот елка с другой стороны. О, она вообще ее это... Видно, что она тоже это... Жесть, короче, проще городам покупать натуральные, ой, вернее, искусственные елки и ставить. У нас даже в школе, я нынче узнал, что у нас искусственная елка. Это как бы удивительно, на самом деле. Они ее собирают, а раньше всегда привозили, когда я учился даже в 11 классе, привозили натуральную, и она была, ну, она была капец, короче, такая всегда кривая. Мы ее украшали кривая, лысая, ну, блин, елки, они и есть лысые, в принципе. Пойдем пока не просто. Да, пойдем в сторону дома. В сторону дома или куда? Да. На выход. Вот полиция ходит и блюдет наш порядок. Да, пошли через, вокруг елки, или вот здесь мимо белки. Мимо белки можно вот так пройтись. Да твою ж мышь! Звездочка! Твою мышь, блин! GoPro! Я выходил из дома, три палки было! Сейчас ноль палок просто и... Блин! Жесть, короче, это музей истории Невьянского края. Приходите сюда, покупайте билетики на Невьянскую башню, покупайте билетики. Изучайте историю Невьянской России и вообще будьте, короче, образованными ребятами. Ну, мы выдвигаемся домой, и не знаю, вообще хватит там палки дойти до дома или нет. Даже не палки, а ноль палок. И в итоге надо, я не знаю, хоть с Алиэкспресса не заказывай какой-то дополнительный аккумулятор китайский хотя бы, ну потому что это вообще уже стало невыносимо. Каждый влог, начиная уже, наверное, год назад, я год назад ездил на рыбалку и говорю, батарея садится, батарея садится, батарея садится, батарея садится. И так каждый раз, каждый влог. И не повторяю, не устану это повторять. Короче, походу, следующая моя экшн-камера, это будет от, камера от Sony. Только осталось выбрать и накопить денег. Все, идем домой. Короче, пришли мы домой, и уже две палки показывают. Ну, блин, на холоде ноль палок, на тепле две палки. Короче, как-то непонятно. И там еще приехали племянники, то есть у Лениного брата. Ленин брат с детьми приехал. И мы сейчас... Все там играют, все дети, короче, очень шумно. Вот, и стемнело уже окончательно на улице, пока мы шли домой. Ветер так и вообще огромный ветер на улице записывает, просто жуткий. Ну и завтра собираемся поехать к Кате с Никитой, наверное, на фотосессию. И еще сделать новогодние свитшоты должны быть. Так что, может быть, завтра свидимся. Либо свитшотики покажем. Но вы оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал. Всем до скорых встреч. Большой палец вверх и пока!